Сессия – это слово, которое знакомо каждому. Наступил декабрь, и пора задуматься о том, как ее сдавать. Давайте узнаем у жителей Казани, что делать, если преподаватель злой и не хочет ставить вам зачет. Что делать, если препод зверь и не хочет ставить зачет? Учиться. А почему не хочет? Убегать. Куда? Подальше. Просто-напросто мысленно на этого препода вот так вот посыпать золотой пыльцой и подумать, что он такой классный, замечательный, добрый и так легко ставит пятерки. Ну, можно попробовать купить ему коньяк. Еще раз попытаться подойти к нему. Отчисляться. Ни в коем случае не жаловаться. Вышестоящие инстанции ни в коем случае. Надо лучше учиться. В суд подавать на него. Надо примириться как-то, ось язык найти с преподавателем. Надо молиться Богу. Расстроиться. Надо выучить прежде всего предмет. Повысить усилия к учебе. Все? Да. Конечно, избавляться от преподавателей и покупать ему коньяк не стоит. Лучше просто хорошо подготовиться и быть готовым ответить на все вопросы. Это был соцвопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!